Одна из последних модных тенденций – многослойность. Это течение захватило ювелирные магазины по всему миру и, наконец, добралось до Красноярска. Сегодня мы поговорим о том, как правильно комбинировать цепочки, создавать собственные комплекты и образы. А также вы узнаете, где можно заказать и приобрести в нашем городе готовые наборы ювелирных украшений, созданные стилистами. Наверное, трудно найти на свете женщину, которой бы не нравились оригинальные ювелирные украшения. А благодаря модному тренду, навеянному стилем «Бохо», можно смело сочетать, комбинировать и составлять собственные оригинальные композиции. Такое сочетание модный чокер с изящной цепочкой якорного плетения. В вырезе рубашки подчеркнет линию шеи. Также этот комплект будет гармонично смотреться с платьем. Удивительно, как с помощью всего двух украшений можно обыграть образ по-новому. Что примечательно и замечательно в многослойных украшениях, так это то, что на каждой цепочке может висеть разная подвеска. Например, к уже имеющейся паре я подобрала еще одну цепочку с кулоном, и получился абсолютно новый комплект. Очень женственные, привлекательные, но в то же время смелые аксессуары. Главное преимущество таких украшений – их трудно не заметить. Следующий вариант. Я оставила чокер и добавила платиновую цепочку с подвеской, инкрустированной бриллиантом. Шикарный, богемный образ. Не нужно покупать новый комплект. Достаточно добавить новую цепь или подвеску к уже имеющимся. Моей подруге Веронике такая универсальность пришлась по душе. Можно носить цепочки вместе и по отдельности. Новый образ каждый день. Оригинальность и возможность комбинировать делают многослойность популярной у женщин всех возрастов и статусов. Подбирая комплект, всегда помните о качестве изделий, чтобы он долго радовал вас своим привлекательным внешним видом. Эти цепочки делают в Красноярске. Их отличает высокое качество и соответствие международным стандартам. Производство полного цикла – от изготовления сплава до готовой цепочки. Собственная научная лаборатория, где ученые разрабатывают драгоценные сплавы. Современные технологии, итальянское оборудование позволяют создавать ювелирные украшения, в качестве которых убедились не только в России, но и за рубежом. И совсем недавно появилась возможность приобрести качественные ювелирные изделия от производителя, не выходя из дома. Сразу готовые комплекты, разработанные стилистами. Заходишь на сайт и выбираешь понравившиеся. Цены на наборы начинаются от 1500 рублей. Выбирайте цепочку, браслет или готовый комплект от стилиста и получаете заветную посылку с доставкой на дом. И в итоге у всех нас есть возможность приобрести модные и качественные ювелирные украшения на любой вкус, не выходя из дома. Действительно уникальные, изысканные, привлекающие к себе внимание образы от экспертов-стилистов. Еще один тренд, который произвел фурор – цепочка, где в роли подвески используется кольцо. Спонсор программы «Красцветмет» – компания международного уровня. Производит все драгоценные металлы и делает из них потрясающие украшения. Ювелирные цепочки и готовые наборы от стилистов можно приобрести в фирменном интернет-магазине shopkrascvetmet.ru, а также примерить и купить украшения лично в магазине «Золотая цепь» на 78-й добровольческой бригады 2.